Приветствую вас, друзья, в молитвенной комнате славянско-библейской миссии. Бог дал мне такую привилегию заниматься молитвенным служением в этой миссии. К нам очень много людей обращаются с молитвенными нуждами. Все нужды мы записываем на эту доску. Мы молимся об офисе, о миссионерах, о здоровье, о зависимых, о семьях и покаянии, об укреплении в вере и также о тех, которые после 25 лет и которые хотят создать свои семьи. Еще молитвенные нужды мы пишем в эту тетрадь. И когда Бог отвечает, мы пишем «Слава Богу!». Чтобы больше узнать о молитвенном служении, вы можете перейти на наш сайт, а также присоединиться к группе на WhatsApp. Присоединяйтесь к нашей молитвенной группе, да благословит вас Господь!